Для ребят старшей группы детского дошкольного учреждения «Журавушка» проведение тематического занятия по правилам дорожного движения стало настоящим праздником. Ведь к ним пришел настоящий полицейский, государственный инспектор по пропаганде предупреждения дорожно-транспортных происшествий Ирина Чекмарева, которую знают все дети Ленинского района. А с этими ребятишками она встречается в первый раз. Ребята вместе с педагогами подготовили сказочное представление, в котором заблудившегося Мишку учили, как себя вести в городе. По зебре надо идти, только по зебре. Когда? Когда загорится зеленый свет, человечек. Когда красный свет горит, и дети выскочили на дорогу, тогда их может задавить машина. С этим убедиться, что нет поезда. Нельзя переходить на красный цвет дорогу. В садике проводится огромная работа с детьми, конечно, по правилам дорожного движения. Они все знают, дети наши, как нужно переходить дорогу, где нужно переходить дорогу. Вот. Мы делаем комплексные занятия в детском саду. Это значит, что мы делаем аппликации, рисунки, даже делаем сами поделки. Например, вот светофор мы сделали сами своими руками, естественно, с помощью воспитателя. На сегодняшнем совместном занятии с сотрудником государственной инспекции был сделан акцент и на то, что пешеходы должны помимо знаний правил дорожного движения обезопасить себя в вечернее время суток. Особенно это касается детей. На занятиях ребятам наглядно было показано, как светятся в темноте так называемые фликеры. Для того, чтобы беречь свою жизнь и здоровье, мы должны быть действительно заметными, потому что как водитель я могу сказать, что человек, идущий в темной одежде, на проезжей части практически не заметен. Хотелось бы нашим взрослым родителям в первую очередь посоветовать приобрести световозвращающие элементы своему ребенку на одежду, не забывать про себя, потому что мы также являемся пешеходами и зачастую одеваем темную одежду, мы невидимые. Можно приобрести световозвращающие элементы на сегодняшний день уже в «Союз печати». Наигравшись, ребята всем нам пожелали. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ.